и депрессия. Депрессия. Ты ничто, буддист. Благодарю за комплимент, депрессия. Твоя жизнь пуста, в ней нет ничего хорошего, буддист. Если она пуста, то в ней нет и плохого тоже. Выходит, что я свободен, депрессия. Любви нет, добра нет, радости нет, буддист. Однозначно в рамках данной реальности существуют лишь навязчивые иллюзии, продиктованные человеческим эго. Мы сами их творцы, депрессия. Над этим миром нависло страдание, буддист. Но страдание без радости быть не может. Депрессия. Ты умрешь, так и не осознав истины. Ну и что уж. Ну уж это точно не страшно, ведь впереди еще столько жизней. Депрессия. Вокруг война, ложь, мерзость и соблазны. Земля погрязла в собственной грязи. Человечество обречено. Буддист. Космос велик. И что бы ни происходило, разлучается во имя вселенской гармонии. Наши души. Чистая энергия, которая так или иначе, рано или поздно избавится от мирской тяжести и растворится в бесконечности небытия, не прости. Да ну тебя нахер! Молодой парень гулял по лесу и заблудился. В конце концов вышел к маленькой избушке. Постучав в дверь, он был встречен древним на вид китайцем с длинной седой бородой. Можно вас переночевать? Конечно. Только при одном условии, если вы коснетесь хоть пальцем к моей дочери, я подвергну вас тем наиболее жутким китайским пыткам. Хорошо. Согласился парень и вошел в дом. За ужином он не мог оторвать глаз от дочки хозяина и заметил, что она тоже постоянно смотрела на него. Однако, угрозу хозяина он не поддавал вида и после еды пошел спать. Ночью он не мог заснуть от желания и решил потихоньку прокрасться в комнату дочки, в надежде, что та его ждет, и хозяин ничего не услышит. Под утро он прокрался обратно в свою комнату, усталый и счастливый. Проснулся он от чувства тяжести в груди. Это был большой камень, на котором было написано «Китайская пытка номер один. Большой тяжелый камень на груди». «Ну, это ерунда», — подумал парень. И это, если это лучшее, что старик смог придумать, мне нечего волноваться. Он поднял булыжник, подошел к окну и выбросил его. Тут он заметил другую записку, на которой было написано «Китайская пытка номер два. Камень привязан к левому яйцу». В панике он глянул вниз из окна и увидел, что веревка близка к натяжению. Решив, что лучше поломать несколько костей, чем быть кастрированным, он выпрыгнул из окна. Падая, он увидел большую надпись на царапанной земле. «Китайская пытка номер три. Правое яйцо привязано к ножке кровати». Три генерала сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных, сели как-то и обсуждали, чьи солдаты отважнее. Сухопутный генерал, увидев проходящего мимо солдата, приказал тому встать перед надвигающимся танком. «Есть!» — сказал солдат, и танк превратил его в лепешку. Да, согласились оба других генерала, это было отважно. Морской генерал, не желая не отстать, тут же приказал своему мичману поймать летящей киркой. «Есть!» — сказал мичман и замертво ушел с киркой под воду. Да, согласились оба других генерала. Это было отважно. Воздушный генерал приказал во весь голос одному из пилотов поймать садящийся МиГ-27. «Да пошел ты!» — ответил ему пилот, и оба других генерала воскликнули. Это было действительно храбро. В университете на лекции по психологии. Сегодня мы изучим три исходные стадии психики человека. Удивление, раздражение и гнев. Профессор берет телефон и набирает первый попавшийся номер. Здравствуйте. А, Васю, можно? А здесь так он не живет. Вот. Улыбается профессор. Это легкое удивление. Затем набирает номер снова. Здравствуйте. А Вася не подошел? Да нету никаких. Потирая руки, профессор сгвоздчицки поднимигивает аудитории и третий раз набирает номер. А Васи нет? Да пошел ты! Заорали в трубку. Что ж, надеюсь, пример понятен. Теперь пара остается один. Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию. Это какую же? Стадию шока. Студент подходит к кафедре и набирает номер. Добрый день, это Вася, мне никто не звонил. Городок.
идет экзамен. Профессор. На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько кирпичей осталось на борту? Студент. Ну, это легко. 499. Профессор. Правильно. Следующий вопрос. Как положиться на холодильник за 3 шага? Студент. Первое. Открыть холодильник. Второе. Положить туда слона. И третье. Закрыть холодильник. Профессор. Хорошо. А как положить оленя в холодильник за 4 шага? Студент. Первое. Открыть холодильник. Второе. Вытащить слона. Третье. Положить оленя. Четвертое. Закрыть холодильник. Профессор. Отлично. Следующий вопрос. У царя зверей льва. День рождения. Пришли все животные, кроме одного. Почему? Студент. Потому что олень все еще в холодильнике. Профессор. Великолепно. Далее. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами? Студент. Конечно может. Ведь все крокодилы на день рождения Левы. Профессор. Хорошо. Теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Что с ней случилось? Студент. Она утонула? Профессор. А вот и нет. На ней упал кирпич, который выпал с самолета. На пересдачу. Городок. Муж с женой приходит к врачу. После его осмотра врач просит мужа выйти и говорит жене. Ну что, ваш муж болен смертельной болезнью. Спасти его сможете только вы. Для этого вам нужно каждый день кормить его хорошим завтраком, готовить ему теплую ванну, делать массаж, готовить всевозможные блюда, какие он только пожелает. Одеваться для него всегда сексуально возбуждающе. Вечерами смотреть с ним его любимые передачи или уходить с ним на прогулку. И ни в коем случае не тревожить и не нервировать его, выполнять его любое желание. Тогда у вас муж проживет еще много-много лет. В дороге домой муж спрашивает. Муж, ну что молчишь? Что сказал врач? Жена мрачно. Вась, ты скоро умрешь! Офицер из управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приехал на ферму и потребовал показать ему поле на предмет выращивания там наркосодержащих растений. Фермер отвечает. Нет проблем, сэр. Только не ходите его... Он на то поле. Офицер прямо взорвался. Мистер, со мной власть федерального правительства с гордостью достает из кармана значок. Видите? Этот гребаный значок. Этот значок означает, что могу ходить туда, куда мне заблагорассудится. По любой земле. Безо всяких вопросов и отчетов. Я понятно выражаюсь? Окей, сэр. Соглашается фермер. Вы имеете полное право идти туда, куда вам нужно. Через 5 минут фермер видит, что офицер со всех ног убегает от огромного разъяренного быка. И постепенно бык настигает его. Фермер бросил свои инструменты, подбежал к заграждению и заорал во все горло. Твой значок! Покажи ему свой гробовый значок! Сидит в кафе русский полдничает. У него на столе лежит бутерброд с вареньем и мюсли. К нему подходит американец и, жуя жвачку, спрашивает его. А вот вы, русский, хлеб целиком едите? Русский отвечает. Конечно, а что? Американец надувает жвачки и пузыривает. А мы нет! Мы, американцы, едим только мякиш, а крошки собираем в контейнеры, перерабатываем их, делаем из них мюсли и продаем в Россию. Русский молчит. Американец снова надувает пузырь жвачки, спрашивает. А вы русские, едите бутерброды с вареньем? Русский отвечает. Конечно, едим. А мы нет. Мы в Америке едим только свежие фрукты. Семечки, кожуру и всякие там огрызки мы собираем в контейнеры, перерабатываем, делаем из них варенье и продаем в Россию. И довольно опять надувает пузырь. Русского это наконец изрядно оскорбило, и он в свою очередь спрашивает. А что вы с презервативами после употребления делаете? Американец. Мы выбрасываем естественно. Русские. А мы нет. Мы русские собираем в контейнеры, перерабатываем, делая из них жвачку и продаем в Америку. Шла-шла красная шапочка по лесу, вдруг видит, сидит серый волк под деревом. Где у тебя большие глаза, серый волк? Сказал красная шапочка. Серый волк сорвался с места и убежал. И вот красная шапочка дальше перешла ручеек в лесной
Вдруг видит серый волк за пеньком притаился. Какие у тебя большие уши, серый волк? Сказала красная шапочка. Серый волк только зык на красную шапочку и сбежал. Идет он на дальше. Собирается чещобу, вдруг глядь, чещобе под сосенкой серый волк сидит. Какие у тебя зубища, серый волк? Воскликнула красная шапочка. Твою мать, ты мне позрать дашь или нет? Спросил серый волк. Учительница привела школьников на экскурсию на стройку. Тут с 10 этажа недостроенного дома упадает мужик и разбивается насмерть. После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай. Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? Спрашивает учительница. Ваш негодяй другой говорит. Дяденька не соблюдал технику безопасности. Может быть, говорит учительница. А ты что думаешь, Витенька? Может быть, дядя был пьяный? Отвечает Витя. Не исключено, говорит учительница. Тут Вовочка тянет руку. Дяденька ругал мою маму. Как ты, Вовочка? Он такого говорил? Спрашивает учительница. А он кричал, мальчик, мать твою за ногу, не шатай лестницу. По степи скачет и бытыря. Вдруг перед ними красивая девушка, Илья Муромец говорит. Ребята, скачите дальше, а я вас догоню. Поскакали Добрыня с Алешей по полю, чем дальше. Вдруг перед ними девушка, еще красивее предыдущей. Добрыня Никитич говорит, Алеха, скачи дальше, а я тебя до площади догоню. Поскакал Алеха дальше. Вдруг перед ним девушка просто обалденная. Алеха остановился, подумал, дальше девушки все красивее. Пойду-ка я дальше. Идет дальше опять перед ним девушка, уже обнаженная и небесной красоты. Алеха опять думает, пойду-ка я дальше, может будет еще лучше. Тут ему конь говорит, Леха, ты беги дальше, я тебя догоню. Гат.